Все ждут открытия школы для того, чтобы провести линейку 1 сентября в здании этой красивой, новой, современной школы. И дети, и родители, и педагоги. Почти 1000 учеников Кубинской школы номер 2 с нетерпением ждут начала учебного года в обновленных стенах. Здесь в ускоренном темпе продолжают капитальный ремонт. Подвести в таком важном вопросе никак нельзя. Идут работы по фасаду из керамогранита. Уже выполнено порядка 40%. Смонтировано порядка 80% окон. Ведутся работы по чистовой отделке. Второй, третий этаж уже практически завершен. Строители приступили к покраске стен. На объекте задействованы 191 человек и 10 единиц техники. Одновременно ведут внутренние работы и благоустройство территории. Наращиваем мощность в зависимости от того, на какие работы требуются люди. То есть, в принципе, у нас ежедневно идет увеличение количества людей. Здание школы площадью 4000 квадратных метров построили в 1968 году. Советская планировка подразумевала совмещение столовой и актового зала. Разделение этих двух зон стало принципиальным вопросом при проведении ремонта. Тоже было потрачено определенное количество времени. Проектировщики думали, как это возможно сделать. И в конечном итоге перенесли пищеблок на первый этаж, а актовый зал остался на втором, как и был. После завершения работ в школе также появятся новые кабинеты, оборудованные по последнему слову техники. Будут новые современные кабинеты, которые могут участвовать в проекте «Точка роста». Это кабинеты информатики, физики, химии, биологии, которые будут оснащены по последним проектам. Глава округа Андрей Иванов посетил строительную площадку, проверил этапы выполнения работ и уточнил сроки их завершения. А здесь какой кабинет, что будет? Физику, химия, точка роста, вот то, что делается. А, надо сразу под точку роста и... Да, мы выбирали проект сразу, цвет. А вот цвета, что с точки роста, там присутствуют эти цвета, потому что есть такой серый цвет, также и зеленый. Просто логотип точки роста сделали, чтобы классы, так сказать, отвечали. Школа имени Безбородова стала участником губернаторской программы «Открытый стадион». Уже совсем скоро новым спортивным объектом смогут пользоваться не только ученики, но и все жители города Кубинка. А пока перед подрядчиком поставлена задача – закончить работы до 1 сентября. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».